Так, продолжим космическое путешествие. Дракончик, кстати, такой у нас есть. Эфирный дракончик. Как титан, короче. Так, бездействующие лидеры. Так, надо, наверное, попробовать пройтись по вот этим вот красным товарищам, мусорщика, допустим, хлопнуть. Засоры космических масштабов. Где это? Ученые с планеты Рубрикатор Реликтовый сообщают, что местные птицы сильно страдают из-за воздействия гравитационной бури. Принесенные бури гравитационные возмущения вызвали волнение в атмосфере, из-за чего некоторые виды птиц оказались неспособны летать. Мало того, что эти пернатые теперь не могут толком охотиться, они и сами стали легкой добычей для хищников. Если мы не вмешаемся, пострадавшим видом птиц может грозить полное вымирание. Конечно, надо это, спасти их. Заповедник, да. Так, это у нас что? Руины в пустыне. Временной кристалл. Из-под земли поднялся постамент с огромным кристаллом. Одновременно с этим открылись все двери внутри комплекса. Вот это я круто замутил. В непосредственной близости от кристалла хронометры мечутся от одного предельного значения к другому. Должно быть, именно благодаря ему время здесь зациклено. Мы обнаружили ключ к разгадке тайны этого сооружения. Мы не установили никакой связи между кнопками в помещениях. Возможно, таким образом проверялась возможность передачи информации из одной временной петли в другую. Как бы то ни было, мы пережили это испытание и теперь можем вынести кристалл на поверхность. Его способность влиять на течение времени может оказаться весьма полезной. Реликвия кристалл времени. О, круто. Так, если он этот изучил, давай еще, по-моему, разлом у нас есть. А вот здесь. О. Звездный разлом. Так, что там реликвия у нас? О. Каждый нанятый лидер получает 800 опыта. Не, ну это прям вообще то, что надо. То есть щелкать его по КД и будет этот, как он называется? Звездное действие надо взять двойное использование. Где оно там? Так, создание. Во, параллельное владение вот это. И взять вот эту штуку, активировать. О. Так, скорострельность. Ну, давай, скорострельность. Этот командует наземной стражей какой-то. Ну, пускай адмирал будет, не знаю. Наверное, флотилия вот эта транспортная, которая... этот у нас где? Ждет назначения. Секреты исследования, наблюдательность, старатель, наладчик. Давай какой-нибудь старатель пускай. Так, что-то слишком много кораблей, надо расформировать все.
Нет приказов. Так, этот на разломах. Этот и новострой пусть один остается. Так, начал разлом изучать. Так, флотилии у нас тут что-то отвоевали. Вот я думаю, сейчас их пошлю. Допустим, вот этих красненьких поуничтожать. Пускай пока кто там прилетят. А потом и мусорщика робота хлопнем. Так, незнакомка Псионик. Мы опустились в атмосферу горной планеты, покрытой льдом. Почти в эту же минуту наши умы дрогнули от мощного телепатического сообщения. Здравствуйте, путники из далеких краев. В медитации я почувствовала, как вы пересекаете звездные планы. Я предлагаю вам встретиться. Возможно, ваше прибытие как раз тот прорыв, которого я ждала. Перед нашими глазами возникло видение. Пещера, скрытая глубоко в горах. Кто бы это ни был, ее псионические способности значительно превосходят наши. Интересно. Так, хлопнем мусорщика. О, что-то с ресурсами у нас, да? Так, значит, редких подкупим. Ну, допустим, живой металл. Давай два раза щелкнем. Так, что еще там есть? Кристаллики давай. Разок. Материю. Пылинки. Газы. И вот это. Это все всегда пригодится. Так, избыток минералов продать. Раз, два. Ну, давай три. Не знаю, как круто это или не круто, но... Так, я считаю, надо вот этих щелкнуть, короче. Будет там хан какой-нибудь или нет, я не знаю. Щелкнуть их и вот этих заодно щелкнуть. Только нужно, чтобы кто-то с ними воевал наш. Интересно, а наши с этой с бездной воюют, нет? Так, журнал. Так, это в какой системе? Это здесь. Рост торговли. Контракт продлеваем. Так, а вот это? Это где? О, это надо повыкапывать. Так, кто у нас там? Быстренько заняться раскопками. В Сенате, по сути, остались вода и вот это вот вассал подчинения. Чё, все прибыли? Так, колосс еще где-то. А, вот он. Так, командует... Эсмины крейсеры. Предел управляемости. Пускай предел управляемости будет. Так, ну и теперь к мусорщику.
А мусорщик не нападет на этот корабль? Он под маскировкой, поди. Он, наверное, под маскировкой. Да. Сейчас мы к мусорщику придем в гости. Мусорщик. Система Ранте Марио — это обширное кладбище механического мусора. Вокруг ее звезды вращаются останки бесчисленного количества брошенных кораблей, полосы разлитого топлива и кладагента обволакивают наши датчики как призраки, а скрипящие остатки станции сталкиваются с разбитыми скелетами планет на своем пути вокруг Солнца. В центре этого кладбища выделяется одна невероятная конструкция. Похоже, это гигантская машина, роботизированный автомат, превосходящий по размерам наши крупнейшие линкоры и собранные на скорую руку из обломков и кусков тысяч кораблей, потерпевших крушение. Корвет плюс фрегат сообщает, что этот робот движется по мусорным полям с определенной целью – найти полезные части, которые можно добавить в его пеструю конструкцию. Ясно, что когда-то здесь произошла битва астрономических масштабов, но мы не знаем, был ли у мусорщик ее единственным выжившим, или это просто сборщик мусора от какой-то далекой расы. Нам нужно проявлять осторожность, так как он вооружен тяжелыми орудиями с десятков боевых кораблей. Мы его хлопнем сейчас, да и все. Конец мусорщика. Когда-то внушительный корпус мусорщика превратился в обугленные останки искрящихся механизмов и текущих топливопроводов. Когда наши потрепанные боевые корабли делают завершающий заход на ослабленного робота, он в последний раз пытается задействовать свой гипердвигатель. К несчастью для робота, урон, нанесенный его основным системам, оказывается слишком серьезным. Его оголившееся ядро испускает обжигающий бело-голубой свет, когда его двигатели запускаются, а затем глохнут. После чего свечение становится все более жарким и интенсивным, пока несколько проломов в ядре не разрывают конструкцию на части. Оборванного правителя системы Ранте Марио больше нет. Так, проанализировать его останки. Гиперщиты, Гаусс-системы. Аппарат Левиафана. Нанитовая система ремонта, нанитовая автопушка. Так, я думаю, систему что, изучать надо, нет? Ладно, пускай будет пока. Раскопки. Сломанные врата, первый слой. Похоже, что этим развалинам сотни, если не тысячи лет. Издалека они похожи на огромный полый купол. Но раскопки внешнего периметра быстро убеждают нас в ином. Внутри определенно раскинулись городские трущобы. Дальнейший путь в глубину комплекса преграждают массивные ворота. Ученые предполагают, что город разделен на несколько концентрических колец, и в каждом таком слое жили представители одного социального класса. Вскоре нам попадаются останки инопланетянина, погребенные среди обломков бетонного пола. За первым трупом следует множество других. Тысячи тел, разбросанные по улицам, сваленные в домах, свисающие из потолочных балок. Вероятно, мы никогда не узнаем, что их убило, но выглядит это ужасно. Так, разлом. Незнакомка Псионик. Дальновидица. Мы вычислили, что пещера, показанная нам в видении, расположена на высочайшей горе планеты.
В глубине пещеры сидела одинокая фигура с закрытым маской лицом, окружающая медитирующую инопланетянку. Она казалась серокожим гуманоидом. Энергетическая аура слабо пульсировала. Из головы и спины инопланетянки выросли светящиеся отростки, похожие на рога. Эта раса нам не знакома, но ее представители явно приспособлены к псионическим волнам. Инопланетянка снова телепатически обратилась к нам. «Спасибо, что отозвались на мое приглашение. Нам многое нужно обсудить. Я дальновидица. Уже много лет я медитирую в этой заснеженной пустоши, ожидая откровения. То, что вы оказались здесь, не только воля случая». Послушаем, конечно. Так, это чё? Выборы какие-то, нам это не интересно. Так, покров, да? Сохранимся. Дар повышенное единство. Получено проклятие. И что там? Мораль армии. Ладно, пускай будет. Так, разлом. Бремя дальновидицы. Дальновидица продолжила. Я уже давно пытаюсь проникнуть в духовное измерение. Ваш народ называет это место покровом. Недавно я почувствовала странный зов. Мне кажется, он идет из глубин покрова. И теперь я впервые в истории стою на пороге этого загадочного мира. Дальновидица вздохнула. Эту миссию мне поручил мой народ. Покров может дать нам невиданные возможности. Но меня одолевают сомнения. Чем ближе я к покрову, тем сильнее он меня затягивает. До меня доносятся голоса из мрачных глубин подсознания. Возможно ли удержать под контролем такую силу? И теперь, в момент, когда мне нужно сделать выбор, появляетесь вы. Это не просто совпадение. Так, поведать нашу точку зрения, это что означает? Не, ну давай поведаем. А чё, не вмешиваться? Это же интересно. Так, эти ребята мне не нужны, беспонтовые. Так, минералов у нас опять куча. Так, пройтись по планетам. Так, правитель, да? Так, пускай это будет. Тут ничего не строить, не улучшать ничего нельзя. Так, колония 1, безработица у нас. Сейчас будем что-нибудь переселять, хотя тут райончик можно построить. Это минералы, минеральный райончик для сплавов. Так, колония 2. Уже два безработных. Так, надо подумать, куда их всех переселять. Так, в колонии 3 есть. В колонию 3, наверное. Так, со второй в третью переселить. А чё это какие-то, хрен пойми?
Вода, всякие лохи. Блин, прям вымораживает, когда всякие другие расы заселяются на мои планеты. Ладно. Пускай переселяются. Будут они там работать? Нет, я не знаю. Но там деятельность есть. Так, колония 3. Переселились. Так, что построить? Ну, что-то на сплавы, наверное. Не, на сплавы у меня вот эта штука есть уже. Так, тут ничего другого на сплавы и нету. Переработка, цитадель, храм. Не знаю, что взять. Жилище. У них жилья не так много. Вот жилище построим. Дальше. Идеальная колония. О, тут население подросло прилично. Так, улучшаем. Так, райончики какие будем строить? Что насчет Экминополиса у нас, кстати? Он имеет в виду городские или промышленные. То есть вообще полностью должны быть городские или промышленные. Если я, допустим, уберу... Ладно, надо где-то попробовать на другой планете. Сакральный мир. Курортный мир. Не должна быть осквернена строительством районов и сооружений. Так, в идеальном мире я решил, значит, науку строить. Ну давай. Генные клиники. Бункеры, не знаю, не буду, наверное, тут ставить. Научные лаборатории. Давай. Три штуки. Забубеним. Так, три городских. Пускай строятся. Так, все тут нормально. Так. Вот тут. Надо что-то построить. А что построить? Так, товары производят. Клеточное оздоровление. Суперразвлекательные центры, бункеры. Звездный узел. Райский купол. Биореактор. Бункеры. Товары массового спроса. Так, и что ж построить? Да. Товары превращать в единство и блага. Ну, пускай будет. Не знаю, что еще строить. Пускай строится. Так, ну и поднять, повысить уровень. Так, что единства нету, да, на эту тему? Да, прикольно. Стоимость огромная.
Так, это у нас было вот это. Так, рубрикаторская теперь. Научные комплексы строим. Так, тут у нас жилья нету. А так как нету жилья, надо построить райский купол, наверное. Вот. Теперь пограничные наши. Но они застраиваются тут как бы на будущее. Все должно порешиться. Так, совет какой-то там. Псионическое превосходство. Ну давай. Так, тяжелейший из металлов. Вот это интересно. Этим утром на мите реп нас ждал сюрприз. Уплотнитель робота-мусорщика. На нашем складе произвел свой последний продукт. Большой слиток сплава оказался более плотным и компактным, чем что-либо производимое нашей промышленностью. Всего в нескольких кубических метрах хватит материала для постройки целого линкора. Изучив происшествие, наши ученые заявили, что при необходимости смогут заставить уплотнитель работать с 0,1 эффективности. Так. Разобрать это вообще мне не нравится. Парад получит экспонат. Давай, парад получит экспонат. Так, и у нас минералов куча, да? Навык археолога берем. Тридцать тысяч продадим. Так, что-то мне кажется, надо в планировщике экспансии посмотреть миры какие-нибудь. Будем размер большой смотреть, а размер у нас какой-то хреновый. Все позаселяли, что ли? Ну, вот три мира по 14. Арктический, высокогорный, арктический. Так, давай попробуем, может, по терраформируем или какой-нибудь этот экоминополис попробуем сделать. Так, реп. Надо вот этот со слизнем делать. Так, раз. Будем пробовать экоминополисы делать. Так, эко один. Эко два. Три. Так вот, три планеты.
идеальный мир, только маленький. Так, какие миры вообще есть? Идеальный, безжизненный. Вот этот идеальный маленький еще. Пошел ты. Так, идеал назовем, да и все. Так, разуплотнитель материи бурения. Для успешной добычи материи из черной дыры требуется основательно усовершенствованная система перенаправления гравитации. Концентрированная зона гравитационного искажения фактически действует как огромный бур, чей принцип работы основан на перенаправлении и концентрации гравитационной силы. Так, и что у нас? А, еще улучшать. Улучшаем. Так, уничтожение бездушного робота-мусорщика. Погода в мире Реп выдалась хорошая, и неудивительно, ведь системы атмосферного контроля на грани перегрузки. Все города забиты до отказа, а заполненные туристами корабли продолжают прибывать на орбиту, лишь бы стать причастными к этому историческому дню. Грандиозный парад посетил все поселения, и всюду его приветствовали восторженные ребята. Каждый город государства, способный приобрести голоэкран, привлек массу зрителей, жаждущих увидеть трансляцию. Парад достиг апогея, когда уплотнитель робота-мусорщика привезли в столицу мира Реп. Многие уже предлагают объявить этот день ежегодным праздником. После церемонии уплотнитель робота-мусорщика установят на особом постаменте в центре столицы, чтобы этот великий трофей вдохновлял грядущие поколения. Так, добавлен модификатор. Уплотнитель робота-мусорщика. Сплавы от видов деятельности 20%. Единство. И завершает инцидент уничтожения бездушного робота-мусорщика. Местные привилегии. Так. Не, мы это принимать не будем никаких караванщиков. Теперь уже бывшие представители Racket Industries, Enterprise просят у них политического убежища. Отказать? Чем мы не можем? Беженцев никаких. У нас только наши, наверное, расы, вода, вот эти всякие. Так, в раскопках что-то новое. Второй слой. Если первое кольцо представляло собой лабиринты из жалких лачуг, нищих и обездоленных, следующий слой уже имеет все признаки ребятский ого городского планирования. Мы находим несколько открытых площадок. По мнению ученых, здесь могли быть рынки. Впрочем, все предметы давно рассыпались в прах, так что остается лишь догадываться о предназначении этих площадей. Довольно скоро мы начинаем находить необычные трупы, и в этой части города, похоже, все они погибли по тем же причинам, что и их сородичи в первом кольце. Тела разбросаны идентичным образом. Так, а это кто вообще? Рианнанские преступники какие-то. Спиритуалисты. Но они воевать не должны, да? А заступники. Это вообще спящие. Так, сфера Дайсона улучшилась. О, 3000. Еще улучшать можно. Ну, тут у нас ресурсы вообще будут. Так, научные тут. Чего они хотят? Какое-то осуждение. Мы против, короче, всей этой херни.
что, у нас некого уничтожать больше? О, вот эти мародеры есть. Я так понял, их вот эта вот раса хлопнет. Так, я думаю, мы прилетим вот сюда. Нет, к этим нельзя. Давай вот сюда. И нападем на них. Так, разлом. Наша точка зрения. Мы рассказали дальновидице о своих отношениях с высшими материями. Мы исследуем космос в поисках просвещения, чтобы найти смысл собственного существования и углубить нашу связь со Вселенной. Дальновидица ответила: в этом вы очень похожи на нас. Зронии тоже хотят вознестись над материальным миром. Какое право я имею отказать своим сородичам в этом желании? Как и мы, вы ищете просвещение. Как вы посоветуете нам поступить? Посоветовать прорвать покров? Ну давай. Так, раскопки. Третий слой. Ворота, ведущие к третьему кольцу, наконец-то открываются. Жадные до новых находок, ученые устремляются внутрь, туда, где должны располагаться самые богатые кварталы. Сейчас мы уже примерно представляем, что нас ждет дальше. Через несколько минут один из наших ученых замирает и внезапно набрасывается на идущего следом. Когда потрясенные коллеги оттаскивают его, жертва нападения уже мертва. Никто из нас не в силах понять, чем вызван этот внезапный приступ безумия. Лишившийся рассудка ученый на вопросы не отвечает. Третий слой оказался заметно меньше предыдущих. Похоже, это последнее кольцо, отделяющее нас от центра купола. Осталось преодолеть одни ворота. Так, командует первым флотом. Вместимость берем. Так, ЭКУ-1, ЭКУ-2, а где ЭКУ-3 у нас? Идеал. Так, опять в предел уперлись. Так, может, на каких-то ключевых точках базы построить, значит, бункер для ресурсов, улучшение бастиона. Так, что у нас по базам? 21. Так, тут бункер есть. Тут тоже. Компьютер для связи с целью поставим. Так, какие у нас еще системы важные? Тут, кстати говоря, колонизация происходит, поэтому базу улучшаем. Так, что еще? Тоже бункер есть. Креп. Бункеры почти везде есть у нас. О, вот тут нету. Так, бункер. Верфей понастроим. Улучшаем до цитадели. Какую-то планету надо вот
новую заставить бункерами. Так, ну давай продадим пока. Так, зачем я продавал, если у меня... Ну ладно. Так, 50 тысяч скинем. По 4 тысячи прибыль. Ладно. Так, насчет артефактов, кстати. Так, технология, комплекс питания, увлечение древностью. Так, что-то там славить, продать, короче, посливать немножко. Обнаружено хамелеоновое поле. Чё это? Волдокс-1 — это безжизненная планета в нашем пространстве, и недавно на ее поверхности было обнаружено хамелеоновое энергетическое поле, скрывающее какое-то старое сооружение. О его существовании стало известно только благодаря случайному столкновению с астероидом, отраженным этим полем, когда планета была под наблюдением пролетавшего мимо грузового корабля. Место археологических раскопок. Это нам надо, да. Это вообще отлично. Я вот сюда хочу добраться. Так, буря, раскопки. Древняя гробница. А, это вот эти, которые появились. Так, а это ЭКУ-3 у нас. Вот оно. Так, это пока закроем. Так, где у нас флот вообще? А, куда-то едет. Они едут вот этих хлопать, мародеров. Вообще вот этим бы дуракам как-то войну объявить, что ли? Мы можем вообще войну объявлять? Притязания, границы. Жидкий металл. Гнусность органической физиологии общеизвестна, Реп, но ваша особенно достойна. Так, это у нас кто? Бессмертная? Талант частицы. Пусть частицы берет. Так, разлом. Пророческий совет. Мы поддержали дальновидицу в ее стремлении проникнуть в покров и вознестись к высшим планам существования. И она восприняла наш совет как пророчество. В знак благодарности она подарила нам небольшой, но неожиданно увесистый инфокристалл, после чего мы удалились. Анализ инфокристалла обнаружил едва заметно двигающуюся матрицу. Огромный архив, хранящийся в виде псионической энергии. Содержащаяся внутри информация дала нам глубокие знания о псионических теориях. Так, разлом исследован. Так... Говоришь, больше нету, да, разломов никаких. Иди отсюда. Так, а что-то вообще есть, чем заняться? О. И что он будет делать? Что-то куда-то поедет. А, вот раскопки. А этот завершил раскопки. Наверное, того отправим. Или, может быть, нашего. Не, лучше того сейчас отправим. Последний слой.
Едва открываются последние ворота, как ученых буквально сметает мощнейшая волна псионической энергии. Корчась в агонии, большинство из них падают на землю. Лишь немногие находят в себе силы шагнуть внутрь. Внутреннее пространство последнего слоя выглядит как огромный храм. В центре находится высокий помост или алтарь, а стены покрыты гигантскими диаграммами звездного неба. На многих изображена система Тарамба. Приблизившись к центру зала, ученые понимают, что перед ними не просто алтарь, а какая-то сложная машина. Так, древнейший. Да ну нафиг. Ну, надеюсь, это не какой-то там завершитель цикла. Хотя было бы интересно. Так, едва приступив к изучению древнего механизма, ученые испытывают сильнейшие звуковые галлюцинации. Нечто ужасное, не поддающееся описанию, вопит в голове каждого из них, требуя освободить его, выпустить на волю из векового заточения. Перед взором ученых снова и снова предстает видение чудовищной твари, в клочья разрывающей систему Тарамба. Голос становится все громче, все пронзительнее. Несколько ученых теряют сознание, не в силах выдержать боль, безжалостно терзающую их тела. Так, сломать машину, пока она не причинила новых бед, или освободить? Древний ужас вырвется на волю в системе Тарамба. Давай освободим. Древний ужас, межпространственный ужас. Расколотый мир. В смысле, он раскололся? Или все раскололись? Ого. А где он сам? Ладно, его не видать пока. Так, мы пока сваливать будем. Так, этому отменить приказы. А, так он нейтральный. Пока что. Так, хочет побазарить. Наконец-то. Склонитесь, смертные, падите ниц передо мной, и я дарую вам свою мудрость и защиту. Сопротивляйтесь, и я уничтожу вас. Так, не стоило тебя выпускать. Прими это заблудшее стадо. Нет, мы, конечно, присмыкаться не будем, мы его уничтожать хотим. Значит, ты выбрал смерть. Все, конец тебе, урод. Смерть лидера. Это он его типа уничтожил так быстро? Ладно, давай почитаем. Ученый, великий лидер. Наш великий лидер, ученый. Ну, короче, Димитор, вот этот, которого мы получили, уходит из жизни в возрасте 99 лет. После долгой и верной государственной службы народ требует организовать церемонию прощания, на которой реп сможет почтить память замечательного руководителя. Это грандиозное мероприятие поможет всем смириться с невосполнимой утратой и укрепит идеалы нашего государства. Так, с частной процессии. Пусть собираются и скорбят, помолимся. Давай, 8 тысяч. Не жалко. Открытые похороны. После публичной церемонии прощания Насус Димитор отправляется в последний путь. Выразить свое почтение ушедшему лидеру может каждый гражданин империи Реп. Блин, пару раскопок всего провел. После похорон в империи организуются недельные празднества, на которые не жалеют никаких средств. Призрачный хрустальный гроб, в котором покоится Насус Димитор, выставлен на обозрение в мавзолее на планете Реп. Увидеть тело ушедшего в иной мир лидера собираются огромные очереди народа.
Так, счастье, единство. Так, ты, значит, негодяй, тупой. Странные проявления. 200 опыта. Это хорошо. О, тут, кстати, у нас станции есть. А, по-моему, это мы когда завоевали. Как он называется-то? Ну, тут были эти ктуны. Во. И мы сейчас, значит, построим тут бункеров. Раз. Тут бункера нету. Давай жилой отсек разберем. И бункер залепим. Так, тоже разберем. И... А чё, бункер нельзя? Так, это кто у нас? А, это главный наш правитель. Прирост опыта лидера. Так, изучение пустоты или темп исследований. Великий исследователь. Ну давай, вот это возьмем. А, тут есть бункеры. Гидропонные пускай ставят. Так, тут бункеры есть. Так, сюда. Так, здесь. Так, а это кто такие вообще? А, это наши, наверное. Вода. Так, бункеров понастряпали. Что там с уплотнителем нашим? Так, ну и тут защиту будем, наверное, ставить. Физику исследуем. Короче, скоро у нас такой выхлоп будет. Даже не знаю, куда ресурсы девать. Так, а где этот товарищ псионический? А, вот он. Надо сначала, короче, вот этих мародеров наказать. Сейчас наши там все доплывут. Так, что там? Эку один. Так, Эку два, Эку три, идеал. Четыре планеты у нас. Нифига, так быстро летит. А, это гиперретранслятор. Сейчас мы их хлопнем.
пустили наемников, раз мы их уничтожаем. Китишийские налетчики, конец. Все, конец вам пришел. Так, а что у них там, планета есть? Нет, вроде нет. Ну все, планета осталась пустая. В принципе, нам система не нужна особо. Поедем к этому товарищу готовиться. New frontiers established. Так, ну давай смотреть. Эко-1, что у нас тут? Значит, нам говорят, что должны быть для Экуменополиса все ячейки, либо городские, либо промышленные. Какие-то расчищенные квадраты. Так, расчищаем. Меньше одного, значит, не должно быть квадратов. Так, энергии дофига. Вот так. Так, кого назначим на губернатора? Ну, давай ученых, чё, которые сидят у нас. Чего у него там для планеты, не знаю. Пускай, короче, будет. Так, блок очищен. Ну давай. Так, подожди. Так он очистился или нет? Рудножильные утесы. А что, он не может его расчистить? Ну-ка. Так, количество квадратов меньше одного. Так, давай вот это вот застраиваем. Так, это у нас кто? Это какой-то ученый. Да какой-нибудь аналитик пускай будет. Так, покров. Скорострельность, мораль, продолжительность жизни. Ну-ка попробуем. Проклятие. Ну, это мы загружаться будем. Так, ремонт кораблей, сила щита. Ну, давай. Ничего не получилось, короче. Ну и хрен с ним. Так, что там? Строится, да? Короче, как застроим, так попробуем Экуменополис запилить. Так, ну колосс. Я думаю, брошенное оборудование. Заброшенный проект по терраформированию. Звучит интересно. Так,
После того, как мы обосновались на Луне Эко-1, в ее биосфере был обнаружен ряд аномалий. Экосистема выглядит нестабильной и развивается не по типовым моделям, проработанные для миров такого класса. Наши ученые подозревали внешнее вмешательство, и теперь эти выводы подтвердились. Колонисты наткнулись на крупный подземный комплекс, предназначенный для терраформирования и сооруженный несколько тысячелетий назад. Судя по всему, оборудование было отключено до завершения работ, и биосфера планеты осталась в том состоянии, какое мы видим сейчас. Если подать энергию, комплекс заработает вновь, но неизвестно, к чему это приведет. Так, что там, журнал, да, говоришь? Так, заброшенный проект. И что надо сделать? Возобновить? Неизвестно, что будет. Или разобрать? Лучше узнать о технологиях. Давай разбирать, чтобы узнать технологию. Потенциал покрова. Мы обнаружили, что из разлома, который мы исследовали в системе Теребеллум, появилась идеально гладкая капсула. В ней находилось короткое послание. Спасибо, экстраперфекцион питомец народа Реп, за твой судьбоносный визит. Мы не только проникли в покров, мы начали переселяться туда, чтобы остаться там навсегда. Это подарило нам невероятную силу и гармонию. Теперь мы живем в утопии, о которой когда-то не могли и мечтать. Мы хотели бы поделиться с вами частью наших материальных богатств, пока не покинули физический мир окончательно. Модификатор знания о зроне. Влияние отрицательных эффектов космических штормов минус 50. Нифига. Темп исследования частицы плюс 5%. 5000 энергокредитов, звездные нити. Я ну кайфово. Комплекс терраформирования разобран. Наши ученые завершили работу по разбору заброшенного комплекса терраформирования на Луне Эко-1. У нас по-прежнему нет данных, кто его построил, но оборудование поражает своим совершенством. Мы узнаем много нового о методах терраформирования. Узнаем, когда изучим его как следует. Отлично. Кстати говоря, Перфекцион питомец. Ну-ка давай-ка раскопочки делай. Так, разуплотнитель материи добыча. Последний этап создания разуплотнителя материи наиболее рутинный, но по-своему наиболее впечатляющий. Огромный массив автоматизированных плавилин и систем переработки измельчает, разуплотняет и сортирует материалы с объекта «Пасть дьявола», получая полезные минералы, которые погружаются на бесконечную цепочку роботизированных барж, доставляющих их по всему нашему государству. Круто. Так, немножко скинули. Так, статус-кво. Мне бы надо, чтобы они завоевали проход как-то к этим раскопкам. Может, там какой-то монстр сидит. Thank you.
Так, ну мы готовы хлопнуть, да, этого типа. Так, завершена сфера Дайсона. Главная звезда системы Виртоск теперь полностью окружена ребятски ее и сферой Дайсона. Наши инженеры празднуют это событие как великое достижение, и для этого есть все основания. Мы добились того, о чем осмеливались мечтать лишь горстка звездных держав в истории галактики, полного покорения звезды. Так, и что вы говорите, уничтожили его, да? Короче, уничтожили, ужас, и что? Ну и все. Изгнание. Злобное существо, которое пыталось прорваться в нашу вселенную возле системы Тарамба, было изгнано обратно в свое пространство. Только время покажет, удалось ли нам достаточно ослабить его, чтобы удержать там навсегда. Мы зафиксировали некую аномальную энергию, должно быть оставленную межпространственными разрывами, которые открывало это существо. Изучение этой энергии может привести нас к новым научным открытиям. Изучение пространственных разрывов. Давай поизучаем. Так, корабль. Ну, пускай раскопочки пока произведет. Так, куда наши флотилии пока отправятся? Так, ну я думаю, пока сюда, к мегаверфи. Так, и надо какое-нибудь офигенное мегасооружение. Мир-кольцо. Где мы будем мир-кольцо строить? Так, ну давай, допустим, здесь можно, нет? Будем строить здесь мир-кольцо. Значит, улучшаем базу. Так, ну я думаю, по планеткам можно пройтись. Столицы все нормально, колония 1. Рост поднять есть, что ли? Так, пока единства столько нету. Занятости нету. Ужасающий феномен. Что это? Уничтожение бездушного древнего. Наши член команды сообщают о странной активности на корабле, перевозящем жуткую инверсную массу в систему Адранел. Мы получили множество тревожных сообщений, в том числе об окнах в миры, полные боли и голосах, шепчущих о разрушении. Вероятно, всему виной жуткая масса древнего, и у нас есть все основания опасаться последствий доставки такого груза в мир колония 1. Так, вернуть туда, откуда явилась. Оградите трофей. Нельзя, чтобы это явление вышло из-под контроля. Так. Ну да, нельзя, чтобы пострадали. Нафиг это надо. Пускай не страдают. А то все было хорошо, потом какие-то уроды нас... Так, уровень роста. Чё они там хотят? Так, минералов опять до хрена.
Блин, энергии до хрена теперь. Гравитационная буря миновала. Так, значит, по планетам. Колония 2, все нормально. Идеальная колония, все улучшаем. Научная у нас здесь занятость есть. Так, ЭКО-1 застраивается. Так, насчет остальных. Так, реликтовая колония. Так, безработица пошла. Колония с рубрикатором. Вот с реликтовой переселяем к рубрикатору. Где там? Вот сюда. Ни хрена не работать. Так, ну тут все в принципе нормально. Что там рубрикатор? Улучшаем. Можно еще что-то построить. Ну, в принципе, там улучшение столичного здания даст нам. Так, это что командует титанами? Ну, артиллерист, наверное. Давай артиллериста возьмем. Так, что им построить? Тут жилье есть. Ладно, пока ничего не буду строить. Так, теперь вот эти три. Тут вообще деятельности дофига. Так, какой построить? Ну давай. Давай сельский один для прикола. Сельский райончик. Пока ничего не будем. Так, Ктун, кристаллы. Преступность какая-то. Ну, для этого цитадель есть. Цитадель построим. Так, тут улучшение. Деятельность скоро не будет. Так, ЭКУ-2, значит... ЭКУ-2 мы будем делать, короче, полностью промышленные районы будем пилить. Так, ну а пока назначить какого-то типа сюда надо. На кого мы можем назначить? Так, командир, ученый. Давай ученого запилим. Так, и расчистить квадрат. Так, подготовка лидеров, колония. Так, раскопки пошли. Стирание разума. Мавзолей. По всей видимости, это некий гигантский мавзолей или некрополь, возрастом около сотни тысяч лет. Следов разграбления внутри не наблюдается, так что можно предположить, что комплекс оставался нетронутым с момента возведения хамелеонового поля. Проход в первую камеру комплекса открыт, но дальнейшему продвижению препятствует непроницаемая дверь. На стене над ней вырезаны крупные инопланетные символы на неизвестном языке. Так, улучшаем сначала базу.
Стирание разума. Кто что стирается? А, ну и ладно, пускай стирается. Так. Возраст 160 лет уж. Так, управляет что? Колония 1. Так, ну давай вот это. Управляет колония 2. Так, это у нас управляет... Суперкорыто. Давай, артиллерист. А это что? Реликтовым управляет. А что у нас на реликтовом? Короче, энергия. Так, сплавы, жилье, блага. Давай жилье, блага возьмем. Что? Так, физика, скорость. Так, раскопки. Первая камера. Перевод инопланетных символов над дверью звучит следующим образом. Я Зарклан, страж Мостарп, пророк Зва, победивший Ситану. Я понял, короче, что это Ситана, насколько я помню. Это из дополнения про век машин, Machine Age. По-моему, королева синтетиков или что-то такое. Вот Ситана вроде ее так зовут, если не ошибаюсь. Дальше, значит, я отдал все, что мог ради спасения галактики. Полные злобы и ненависти. Проходите дальше, если вы достойны. Прочесав первую камеру в поисках чего-нибудь интересного, археологи обнаружили крошечную скрытую панель в стене. После нажатия на нее с грохотом открылась древняя дверь. Теперь можно попасть во вторую камеру. А вместимость у нас флотилии, кстати, приличная уже. Так, надо попробовать флот 1 добить полностью. Корветами. Пускай строятся. И поулучшать все корабли. Так, значит...
construction complete. Так. Линкоры. Пускай строится все это. Бездна. Так, раскопки. Вторая камера. Вторая камера ничем не примечательна, если не считать еще одного набора инопланетных символов над закрытой дверью. Они гласят: мелкие царьки издавали указы моим именем. Империя вели войны в мою честь. Глупцы пели мне дифирамбы, и все же я отдал ради них жизнь. Потайных панелей, открывающих проход в третью камеру, пока что не найдено. Не понял я. А, вот, поборники чистоты, кровавый суд. А это романиканцы захватили, что ли, или что? Строительство мира кольца. Теперь мы готовы приступить к выполнению грандиозной задачи по строительству первичного каркаса нашего будущего мира кольца. Вокруг главной звезды в системе Вин. Создание такого каркаса потребует колоссального количества ресурсов и материалов, так что сотни тысяч наших лучших инженеров готовы начать процесс преобразования планетарных тел системы в вещество, которое можно будет использовать для строительства. Так. Прикупить опять. А что прикупить? Еды прикупим. Так. Так, этот раскопки ведет. Улучшаем мир кольцо. Ну, 400 тысяч уже как-то это. О. Немножко вместимость у нас превысилась. Но зато вон мощь какая. Так, что улучшаем? Так, сейчас погодим, в рынке купим сплавов. Идентифицировано инопланетное существо. Трубчатое инопланетное существо показалось на орбите планеты Колония 2 без предупреждения или объяснения. По-видимому, оно маневрирует без двигателей. В полной тишине скользя в космической пустоте, а его цилиндры зловеще вращаются. Хотя пока оно не проявило никаких признаков агрессии, но и на попытки связи не отвечает. Наши военные советники предупреждают, что существо может представлять значительную угрозу для жителей планеты и умоляют нас задействовать протоколы нейтрализации. Однако наши ученые умоляют нас изучить этот замечательный образец технологий. Но мы изучаем, конечно.
Situation log updated. Так, журнал. Изучаем. Так, буря, покров. Сохранимся. Так, единство, скорострельность. Давай, проклятие, загружаемся. Так, привлекательность принципов, аватар, дальность действия сенсоров. Получен дар. Дальность действия плюс 2. Ну, отлично. Так, и что у нас там? Изучается, да? Загадочный гость. Загадочное хранилище. Несмотря на обширные исследования, загадочное хранилище и его происхождение по-прежнему окутаны тайной. С одной стороны, это определенно неорганическое существо, но с другой стороны, и не полностью машина. Похоже, его интересует главным образом сбор, хранение и шифрование данных. Его поверхность покрыта сотнями тысяч мелких царапин и вмятин, в которых мы обнаружили следы соединения неизвестного в нашей галактике. Так, ну наш пока на раскопках, товарищ. Засуха. Нестабильный климат Луны Эко-1 вызвал сильную засуху, от которой пострадали почти все территории. Реп получает от колонистов в бедствующих районах просьбы о финансовой помощи. Конечно, мы поможем. Так, строится, значит, да? Так, управляет комиссар, стратег. Вот, для планеты поставим комиссар. Так, ну давай, будем ждать, пока достроится. Надо посмотреть, что у нас с другими планетками. Эко-2 промышленный строится, идеал. Ну тут хотя бы, я не знаю, ну... Давай построим райский купол или что там, жилье, короче. Где там эти жилища? Так, реактор, клиники. Комплекс питания. Где вообще жилье? Я что-то... А вот они. Роскошные жилища построим, а то помрут там. И Эко-3. То же самое, наверное, надо. Потом уже будем назначать кого-нибудь. Подземная смена.
обрушение глубоких пещер поставило под угрозу строительство новых зданий на Луне Идеал. Среди населения пострадали считанные единицы, а инфраструктуру колонии эта геологическая активность не затронула. Однако подземные толчки открыли целую сеть ранее неизвестных транспортных тоннелей. Наши землемеры уже признали свою ошибку и принялись за исследование находки. Быть может, идеал еще удивит нас своей историей. Место раскопок. Это круто. Так, раскопки. Реликтовые рельсы. Третья камера. После долгих и утомительных поисков под полом был найден скрытый рычаг, открывший доступ в четвертую камеру. В ней обнаружилась очередная дверь, и, как и прежде, стена над ней была украшена инопланетными символами. Желающие побеседовать с Заркланом должны сперва найти к нему дорогу. В каждой зале скрыт ключ, найти который сможет лишь достойный. Цель этих испытаний скоро откроется. Так, меня сейчас интересует больше всего Экуменополис. Что это такое и с чем его едят? Я вот не знаю, терраформировать стоит его. Ладно, давай сначала. Решение. Значит, археологический проект. О! Значит, превращает планету в Экуменополис, повышая значение таких параметров, как жилье, производство ресурсов и рост поселения. Открывает особые археологические районы. Но при этом природные ресурсы планеты становятся недоступными, что мешает любому дальнейшему строительству энергетических, горнодобывающих и сельскохозяйственных районов. Непрерывная цепь археологии объединяет планету от полюса до полюса, создав глобальный город-гигант, единый Экуменополис. Включаем строительство. Ну а терраформирование, я не знаю, стоит его в континентальный делать, нет? Давай нажмем, пускай терраформируется. А то там климат какой-то. О, просьба от вода. В последнее время пророки вода мучаются от ужасных видений, смерти и разрушений, связываемых с появлением в небе большого круглого объекта. Обеспокоенные тем, что строительство Мира Кольца в нашем государстве прогневало богов. Они просят нашего разрешения осветить его до завершения проекта. Вона изменит свое отношение к государству Репна плюс 40, место для Мира Кольца. Строительство мегасооружения приостановлено на 20 дней. Не, ну конечно принять просьбу, пускай освещают. Какие проблемы? Так, и что у нас? Просьба посетить Мир Кольцо, заключение. Во время медитации на строительной платформе Мира Кольца религиозные лидеры Вода, по их собственному утверждению,
вошли в глубокий пророческий транс, в результате которого обнаружили, что мир-кольцо совсем не является причиной их зловещих видений, хотя они не пожелали давать какие-либо окончательные ответы по поводу истинного смысла видений, но в качестве успокоения заявили, что то, что может быть, может никогда и не быть. К счастью, теперь строительство может возобновиться. Так, ЭКУ-3 это не то, я что хотел, ЭКУ-2. И тут у нас промышленный, и тоже экоминополис будем делать. Так, что у нас там? 338 год. До кризиса еще 62 года. Так, два райончика и очищение еще квадрата. Так, ускорим на быструю скорость. Кто хавает еду вообще? Потрачено, сооружение, поселения хавают. Да, больше всего поселения, которые растут у нас. Так, раскопки. Четвертая камера. На этот раз рычаг был скрыт в потолке. Пятая камера содержит еще больше инопланетных надписей. Здесь вы не узнаете ничего. Испытания так же бессмысленны, как и эти слова. Таков мой урок. Язар-клан всего лишь пешка, захлестнутая потолком истории. Иди дальше, и у тебя появятся последователи, если они все еще будут тебя достойны. Следующая камера, скорее всего, станет последней. Так, что они там хотят? Опять какие-то штрафы нам, да? Так, рынок минералов скинуть надо. Блин. Так, благ совсем мало у них. Вот им надо галотеатры, наверное, будет строить. О, два района еще. Не украл, а нашел. Особенно наблюдательный оперативник в Арманиканском звездном содружестве нашел фрагмент арманиканского ключа шифрования. Похоже, беспечный американ. Понятно. Ключ-шифр. Караванщики, теплый прием. Возвращайтесь поскорее. Так, тут что? Статус-кво? Ага.
Так, а это кто? Ну, пусть составитель будет. Нестабильная погода. Так, ЭКО-1 опять. Из-за того, что терраформирование Луны ЭКО-1 не было доведено до конца, она остается климатически нестабильной. Здесь часто без всякого предупреждения случаются сильные бури, которые наши климатические модели не могут предсказать. Недавно такая буря пронеслась над крупным поселением. Несколько построек были разрушены, погибли колонисты. Ага. Мы терраформировать будем. Надеюсь, это что-то даст. Так, теперь решение. Ну, будем делать экоминополис. И тем временем... А, ну это очередь строительства. Подожди. Давай-ка галатеатры им построим. Где эта фигня у нас? Вот. Хотя у них занятости не будет там. Ну ладно. Пускай сразу, короче. Экологический проект. Может, решение какое-то моментальное принять. Типа... предметы роскоши вот это вот выставить. Ну и все. Блага есть немножко, пускай строится. Так, теперь идеал. Что мы здесь будем делать? Так, жилище я им поставил. Тоже экоминополис сделать. Идеальный мир. Может быть, курортный мир там есть какой-то прикол. Районов и сооружений. Ну вот, допустим, если снести жилище, даст он курортный мир строить. А, где это курортный мир? Где-то наверху. Так, планетарный рост, сбор роботов. Вот, курортный мир. Попробуем сделать. Курортный район. Что у нас тут? Счастье, минус. Зарождающаяся саранча. Может, это как-то можно порешать? Интересно. Чистые минералы. Так, ну и что, курортные районы тогда строим? И кого-нибудь назначим на курортный этот. Так, командир. Давай кого-нибудь нового наймем. Только наших бы каких-то. Так, о, раса реп. Ученый. Не, ученого не будем. Внешние. Хотя ладно, давай ученого. Так, шахты, минералы, утилизатор. Блага, знаменитость возьмем.
Посмотрим, что будет с этого курортного района. Так, и к утре что будем делать? Так, караванщики, последствия вечеринки. Создать новую расу путем скрещивания таких рас, как Панури и Реп. Так, высокие стремления. И раскопки, походу, завершены. Последняя камера. После изнурительных поисков был обнаружен последний ключ. Это крошечная кнопка, спрятанная в одном из вырезанных инопланетных символов. В последней камере на гигантском троне сгорбилась неподвижная фигура крупного гуманоида. Сильный характерный запах намекает на разложение тела. Несколько символов в нижней части трона гласят: «Зарклан, к вашим услугам». Тело в таком состоянии, что его нельзя двигать с места, но голова сохранилась на удивление хорошо. Несмотря на возраст, не желая уходить с пустыми руками, археологи срезают голову лазерным резаком, чтобы унести ее с собой. Реликвия. Так, что у нас там? Все потыкаем. Чтобы артефакты не впустую получить. О! Так, заступники. Значит, это правда. Вы нашли легендарную гробницу Зарклана. Когда прорицатели сказали мне, мне не верилось, но доказательства неопровержимы. Насколько я понимаю, у вас имеется голова пророка. Значит, так и было предсказано. Как и было предсказано, избранники Великого Зарклана наконец раскрыты. По завету Великого Зарклана любые незаселенные священные миры рядом с нашим пространством переходят в ваше полное распоряжение. Также многие набожные паломники на планете Небесный Трон почтут за великую честь сражаться под вашими знаменами. Так, а что там случилось? Какие миры, какие планеты, чуть не понял ничего. Так, планировщик экспансии. Планет-то тут никаких особо и нету. Подземная фауна. Гиперактивная экосистема. Так, покров. Ладно, короче, на этом остановимся. Это куча всего.